Здравствуйте, друзья! Сегодня уже 21 марта, и через две недели у нас начнется новый, так сказать, раунд подачи заявок на рабочие визы, вот эти вот H1B. И некоторая подвешенность присутствует с этим вопросом, как, собственно, и с очень многими другими вопросами, вот некоторая неразрешенность. Значит, очень много разговоров о том, что надо систему менять, что она гнилая. Очень правильные вещи говорят. Я могу такое рассказать, что ни в одной газете не прочтешь с этими делами. Но действительно, там очень много злоупотреблений. Действительно, эта система не только позволяет привести серьезных специалистов из-за рубежа, но она используется для того, чтобы вышибить с рабочих мест местного работника. Это тоже есть. И еще этот местный работник будет обучать вот тех, кого привезут, чтобы его заменить за меньшие деньги. Это да, присутствует. Присутствует то, что, например, вот приходят люди вот ко мне, да, в школу, и говорят: вот, хочу взять класс там туда-сюда. Я говорю: виза какая? Они говорят: H1B. Я говорю: как H1B? Они говорят: ну, H1B. Я говорю: а как, что ж ты не работаешь? Говорят: ну, вот не берут никуда. Вот хочу взять класс, чтобы меня куда-то взяли. Я говорю: а как же ты же нарушаешь правила? Нет, мы проплачиваем там, нам возвращаем зарплату, платим налоги, там не вопрос. Понимаете, что происходит реально? Значит, 70% рабочих виз приходится на Индию. Львиная доля этих виз приходится там буквально на там десяток индийских консалтингов, из которых там пара-тройка просто как бы львиную долю вот эту индийскую съедает. И очень немного рабочих виз приходится там, скажем, на Microsoft или там Google, ну там 700-800 в год. А там какой-нибудь консалтинг, например, там из больших, там может там быть и 10, и 12, и 15 тысяч. Понимаете? Поэтому очень много было предложений о том, как это все сделать по-другому. И законопроекты вроде есть, но вопрос такой: сезон начинается, разговоров много, и будет ли сделано хоть что-то в этом году, вот чтобы уже этот розыгрыш Green Card лотереи, вот эта компания, я извиняюсь, по рабочим визам, вот эта компания по рабочим визам, будет ли она уже проходить по новым правилам, или оно так и пойдет вот в эту лотерею бездарную, там, в которой как бы победителями являются индийские консалтинги, которые заполняют там дикое количество этих самых заявок, и то есть они как бы эту систему освоили, то есть они знают, как получить много. Я не помню, рассказывал вам или нет, рассказывал, да, я даже видео делал, что вот на Дайсе, когда смотришь на профайлы соискателей, так сказать, рабочего места, там есть такой чекбоксик по H1B. Он по умолчанию как бы чек-чект, да, то есть по умолчанию из результатов поиска выбрасывают тех, кто на H1B. Но можно его ан-чек, да, и посмотреть, что происходит. Количество людей удваивается. Вот там пишешь, там, не знаю, Java developer, выходит, ну, допустим, я не знаю, там, 100 тысяч. Потом убираешь вот эту вот изоляцию H1B и говоришь: включаем их. А у тебя же их не 100, а 200 тысяч. То есть колоссальное, чудовищное давление на рабочий рынок, причем на рынок труда, при том, что значительная часть этих людей вообще в Индии находится. Если бы была статистика такая, вот покажите людей, которые получили там визу в паспорт, что у них есть рабочая виза, а въехать по ней они могут в течение нескольких лет. Понимаете, когда виза в паспорте стоит, не то, что она через там 3 месяца или через 6 истечет. Нет, можешь въезжать, она стоит, на 3 года стоит. Если бы была статистика о том, какой промежуток времени проходит между получением визы в паспорт и приездом реальным в страну, я думаю, что все бы ужаснулись. Просто бы ужаснулись, потому что они сидят дома месяцами, иногда годами, и ждут проекта, который им не могут найти, потому что у них квалификация низкая, потому что делали эту визу люди, у которых нет реально клиентов, под то, что они когда-нибудь что-нибудь найдут и там, глядишь, заработают какую-то свою там, значит, комиссию, там, вот такого плана.
Так вот, вопрос в том, эту систему прекратят в этом сезоне, или эта система так и останется еще на год. Вот такая фишечка. Есть очень известный сенатор-демократ, Дурбан его фамилия. Значит, этот демократ, он все время там, значит, ну, уже лет 10 последних, вот за то, чтобы борется, что, за то, чтобы систему H1B изменить к лучшему. Так он письмо написал Трампу и говорит, ну давай, сделай же какой-нибудь указ, прямо сейчас сделай, ну давай прекратим вот это, ну давай, ты же обещал. Говорит, уже демократ его просит, умоляет. Но пока ничего нет, поэтому даже не знаю, что сказать. Ну нет, то ли они не знают, как именно это сделать, то ли им не до этого, у них там масса других дел, может быть, более важных, я не знаю, но в общем... Такая вот история. Мы ждем с интересом, но вот поскольку осталось пара недель, может быть, они хоть в последний момент что-нибудь такое сделают, даже не знаю. Еще могу сказать, тут один дяденька вчера подошел, показал имейл. Ну, парень, студент, показал имейл, который он получил от рекрутера. А рекрутер этот вот как раз из... одно из самых, что ни на есть, самых ведущих индийских вот этих вот консалтингов, которые привозят людей по H1B. И тот ему пишет, что, значит, вот там заказчик доволен, значит, мы тебе делаем офер, и, значит, а ты мне пришли, говорит он, ну там что там положено, и в частности он перечисляет, пришли мне налоговую декларацию там за прошлый год. Или корешки к пейчекам. В корешке написано, там видно в корешке, сколько он получает, и видно, за какой срок это все там. С начала года там накопительно показано. Ну, или с начала его найма, да, если он, допустим, с 1 мая, то мы сегодня увидим там туда, возвращаясь к 1 мая, что он там... Хотя, может быть, я... Нет, наверное, все-таки с 1 января будет, с начала года. Я давно не видел корешков там. Это не важно. Там много видно в этом корешке. И это вообще всегда считалось такой информацией приватной. Вот так же, как, скажем, там, social security номер, например, показать. Или там счет в банке, знаете, с паролем к нему. Так вот, это всегда как бы было за пределами того, что у тебя спрашивают. Но что могло быть? Вот ты говоришь, я работал там-то и там-то, заполняешь анкету, они начинают тебя проверять, это называется background check. И звонят туда, ну вот где ты там сказал, звонят, спрашивают, работал, не работал, в какой должности там чего, в какое время, сроки найма. Если они дозвониться не могут, правило такое, если дозвониться они не могут, то они говорят человеку, ну, поскольку мы не можем дозвониться, или, например, компания закрылась, никого нет, вот никто подтвердить официально не может, ну, тогда ты нам что-нибудь дай, ну, ты дай какую-то вот W2-форму за этот год, или дай, ну, что-то дай. Как подтвердить, да? Значит, доступа к Social Security у них нет. То есть там, где идет полная информация о налогах, которые там вы платили, зарплаты, которые получали, такого доступа у них нет. Ну и они говорят, ну вот дай тогда ты. Здесь же они даже не спросили его, заполни вот это вот application, да, и мы сейчас будем там звонить. Они говорят, не-не, ты давай, вот мы даже и звонить не собираемся, давай ты. Я такого еще не видел, честно, вот первый раз за много-много лет. Я неоднократно натыкался на ситуацию, когда дозвониться не могут, и говорят, ну давай ты. А так, чтобы даже и не пытаясь дозвониться, даже не спрашивая, там, где там что, какой телефон там и так далее, такого я еще не видел. Вот могу так сказать. Интересно, правда? В общем, какие-то вот такие, я не знаю, то ли это единичный случай, то ли, может, тенденция такая. Так что ждем. Я очень надеюсь, что что-нибудь такое произойдет, потому что хуже нет, чем подвешенная ситуация. И уже не так важно даже в ту сторону она определится или в эту, но существенно, что люди знают положение вещей и как-то строят, значит, целесообразно, там, сообразно строят свое поведение и как бы стратегию вот этого поведения на рынке. Такая вот история. Ну, давайте я, поскольку тему уже закончил, можно сказать, напоследок я пытаюсь комбинировать как бы дорогу
и светлый образ. Значит, давайте я вам от имени светлого образа, значит, скажу, что много интересного, много неопределенного. Не уснешь у нас, короче, вот такой цирк. Мы-то думали, что цирк уедет и все. А цирк так, он как бы даже наоборот, там филиалы открывает с разных сторон. Так получается такой, можно сказать, парк цирковой. Знаете, так раньше стоял один шапито, а так теперь большая такая территория, развлекательный комплекс. Вот, такие наши дела. Счастливо!